Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп», меня зовут Антонина Сатарова, и я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Профессиональные вопросы, например, соответствие занимаемой должности, могут оказаться определяющими. Возможен трудный разговор с начальством. Телец. Ваше физическое и душевное состояние обещают на протяжении всего дня оставаться вполне комфортным. Однако при этом не исключены трудности, несущие дополнительную нагрузку и утомление. Близнецы. Возможно, возвращение прежних трудностей в любовных отношениях, в контактах с ребенком. Может возрасти ваша ответственность за тех, кого вы любите. Рак. Вас ждет испытание на стойкость, выдержку, хладнокровие и профессионализм. Вам не обойтись без умения подыскивать всякие аргументы. Лев. Возможны проблемы, связанные с посещением медучреждения, излечением хронического или профессионального заболевания. Отношения с партнерами, начальством, коллегами могут стать напряженными. Дева. Общение с дорогими людьми может стать более прохладным. Скорее всего, это произойдет по конкретной определенной причине, которая вам хорошо и давно известна. Весы. Допущенные вами или вашими близкими ошибки, прежде всего в организации чего-либо, могут стать серьезным препятствием в движении к цели. Это трудный день. Скорпион. Не исключены препятствия при оформлении документов. Вы можете попасть в дорожную пробку, стать свидетелем или участником неприятного происшествия или разговора. Стрелец. При неправильной организации своих материальных дел вы неизбежно понесете потери. И не исключено, что они станут для вас неожиданными. Вам предоставляется шанс вооружиться критическим взглядом на вещи и проинспектировать свои доходы. Козерог. От того, как вы себя поведете, зависит довольно многое. От ваших манер, способа выражать свои мысли, реакции на происходящие события может прямо зависеть ваша карьера или репутация. Водолей. В течение дня не исключена вынужденная поездка или неприятный разговор приватного содержания. Основным предметом обсуждения, скорее всего, станут вопросы, связанные со здоровьем или профессией. Рыбы. Плохое знание писанных и неписанных законов может стать препятствием для принятия правильного решения в интересующей вас сфере. В контактах с партнерами будет трудно избежать принципиального конфликта.